написала совсем новую песню, написанную совсем недавно, для спектакля по пьесе замечательной Арсения Николаевича Островского. Арсения Николаевича Островского «Горячее сердце». Там действие происходит в конце 19 века, на уездный городок Калинов, на Волге. Купеческие дети пьют, там гуляют, палят из пушек, делать им нечего. На дворе, впрочем, конец 19 века, тут Александр III. И расходятся те события, которых мы знаем, они даже не подозревают, что им там, так сказать, предстоит в будущем. И вот они, так сказать, поют, пьют, гуляют и поют такую лихую русскую народную песенку. За рекой закат горит малиновый, вечер опускается на лог, а в лесном городе Калинове склоками пролазная вокруг. Старики повсюду до старушечки, каждый потешит мою прыть, то ли снова выпалить из пушечки, то ли мусорманку полюбить, а Лёха, то ли снова выпалить из пушечки, то ли мусорманку полюбить. Или чего зазря учиться грамоте, ежели такие чудеса, то ли мне со свечкой в храм идти, то ли мне направиться в леса. Выдай на речнику на быструю, пей себе, гуляй себе домой, то ли нам заделаться бомбистами, то ли нам удариться в забой. А Лёха, то ли нам заделаться бомбистами, то ли нам удариться в забой. За рекой закат горит малиновый, птиц собирается на юг, а в лесном городе Калинове сколько непролазное вокруг. И в какую браться резолюцию ученим мы с вами до зари, то ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотари. А Лёха, то ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотарею.